буду тут. Это было бы ой-ой-ой, да, Ксюша? Всем привет! Сегодня мы приехали посмотреть новое место, и это место называется Сан Хуан де ла Арена. Это недалеко от Сото дель Барко, в сторону Кудильеров. В общем-то, новые места открываем этим летом, так что будем смотреть, даже вам покажем, что здесь будет интересного. Дошли мы тут наконец-таки до пляжа. Тут такой темненький песочек, ветерок. Мы выезжали из нашего города, у нас было очень тепло и очень солнечно, но пока добрались сюда, конечно, немного погода такая стала не холодно, хотя ветерок такой бодрящий, вот, солнце нас спрятало, хотя там все-таки оно как бы есть. Такой вот здесь пляжик, это курортный городок, небольшой совсем, но было тоже интересно посмотреть, как он выглядит, вообще вся эта сторона Захихона, в эту другую сторону, получается, в сторону Кудильеров, в сторону Галисии. И нам было интересно посмотреть на то, как выглядит эта сторона, но впечатления пока неоднозначные. Еще пока смотрим, потом, вот, может быть, расскажу. Но пока не могу поделиться, что прям нравится, но есть что тоже посмотреть, тут тоже очень интересно. Вот так вот здесь еще травка растет. Получается, прям напротив приблизки. Также есть вот такая вот еще вымощенная набережная. Тоже туда можно по ней прийти. А вот там вот, на высоте, вот где видно перила, там Мирадор, смотровая площадка, тоже можно подняться и получается посмотреть эту сторону. Мы вернулись уже в сам этот городок, поселок. Сейчас пройдемся по его улицам, посмотрим, что он из себя представляет. Очень заметно, что городок курортный, такие тут домики в едином стиле, все очень симпатично, но видно, что такой он туристический, прибрежный. Здесь вот еще площадка. В общем, гуляем пока. Даже есть что-то на продажу. Еще недолго. Вот такие вот домики видно, которые уже давно построены. В общем, по-разному. Там есть более заброшенные, там все более новое. Такое. Все очень контрастное. Здесь также есть школа. Достаточно большая. Также недалеко мы находимся от Авилеса, а точнее от аэропорта, поэтому здесь вот уже парочку самолетов мы встретили. Машина, мимо которой невозможно пройти просто так. Вот еще одна улица, ну, в принципе, ничем не примечательная. Здесь такой вот достаточно интересный домик. Здесь вообще со своей территорией очень много квартир. Ну, в общем-то, есть на что посмотреть. Вот еще один очень интересный домик выделяется. Рядом с новыми домиками есть вот такие вот достаточно заброшенные, уже понемногу разрушающиеся, без окон. Это, конечно, грустно. Мне такие всякие домики нравятся. И очень всегда жалко, что оно все так потом оказывается заброшенным, совсем заброшенным и совсем разрушающимся. Да, а так красивый домик был бы. Также вышли мы на такую площадь. Здесь такой вот необычный собор. Сейчас пройдем, посмотрим его с лицевой стороны. Но так уже, конечно, масштабами впечатляет. Ну и получается, что вот такая вот площадь. И вот она, церковь. Очень впечатляет. Очень красивая и необычная.
Вот такая здесь атмосфера. Бар, есть Элемерка, есть отделение банка. Много кафешек сейчас открыто на обед. Так, тут уже более оживленно. Ну, вот такая небольшая прогулочка у нас совсем получилась. Но я думаю, тем не менее, было интересно, потому что очень интересно посмотреть эту другую сторону. Нам даже самим было интересно. Рома бывал уже в некоторых городах, я еще нет. Поэтому мне было это очень-очень интересно. Поэтому мы сейчас отправляемся дальше. А следующий наш пункт назначения – это уже сам городок Сото-дель-Барко. А мы сейчас поедем туда, буквально в 5 минутах отсюда на автобусе. А мы вернемся туда, еще погуляем там. Так что будет еще одно видео. Не забывайте подписываться на канал, на Инстаграм. И всем пока, давайте увидимся в следующем видео.